Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я наконец-таки выполняю обещанный запрос, который поступил мне уже очень давно. Я извиняюсь, что я выполняю его только сейчас, как бы не было у меня на это времени особо. Это запрос про запасы моей уходовой косметики. Хочу также немножечко высказаться на данную тему, то есть почему образуются эти хомячьи запасы. Запах очень-очень похож на Ивраше бразильский кофе. Прям идентичный аромат, но не знаю, как он себя раскроет в душе. Посмотрим. Следующий гель для душа от Le Petit Marshelier, цветок апельсинового дерева. Ни разу не пользовалась этими гелями, хотя их у меня два. В общем, они у меня тоже стоят в запасах. Запах очень классный, такой сладкий цитрус. В общем, тоже уже любопытно попробовать этот гель. Дальше стоит у меня Calvin Klein Beauty из Glambox. Следующий гель от Sense Seven. Обожаю эти гели. У меня это райское наслаждение. Но аромат очень похож на райский сад, вроде бы называется. Или что-то там с цветами. В общем, вы меня поняли. Следующий гель для душа от Cottage. Ни разу не пользовалась тоже Cottage. Вот у меня тут стоит какой-то мед и липа, что ли. В общем, не знаю. Ну, пока очередь до него не дошла. Следующий гель от Ivrache, карамельное яблоко. Ну, аромат такой новогодний, поднимает настроение, пахнет запеченным яблочком. Тоже стоит у меня в очереди. Следующий гель для душа — это Jardin du Monde
Иланка-Ланка Коморских островов. Очень интересный аромат, пахнет он каким-то вот жасмином, какое-то такое у него интересное цветочное сочетание. Дальше тоже Jardin du Monde, калифорнийский миндаль, это кремовый гель. Вот такой вот, пахнет очень приятным миндалем. Следующий гель Le Petit Marcelier, вот как раз-таки он у меня с белым персиком и нектарином. Очень приятный аромат, вот именно нектарина. Такой нежный запах тоже ждет своей очереди. Дальше от Dove, обожаю гели Dove, у меня это крем-мусс для душа. Вроде бы как новинка, не знаю, но у него консистенция реально такая вот прям, как воздушный мусс. Но запах очень классный, такой нежный, обожаю запах Dove. Следующий гель, тоже Jardin du Monde, у меня был такой гель с флоридским апельсином. Пахнет просто классно, вот именно фантой, газировкой фанты, вообще суперский гель, поднимает настроение и по утрам им пользоваться одно удовольствие. Следующий гель, вот такой вот гигантский просто, тоже Avon Senses, тропики, тропический лес, целых 500 мл, ужас, мыться не перемыться, аромат такой экзотический, пахнет вроде бы ананасиком. Следующий гель, тоже Senses, морская лагуна, аромат такой прям океана, какой-то водный. Водный аромат, ну, в общем, какая-то такая прохлада, не знаю, свежий аромат. Следующий гель, это просто мой любимый аромат из всех, это тоже была рождественская лимитка. Рождественские фрукты, аромат вообще просто нереальный, я не знаю, тут, наверное, и мандарины, и апельсины, и еще что-нибудь сладенькое. Тоже парфюмерный гель. Дальше, вот такой вот гель. Маленький от Yves Rocher персик, но запах вообще химозный, мне кажется, по-моему, у них вот серия с персиком какая-то неудачная. Следующий гель тоже Senses, Serenity, очень классный аромат, безмятежность, пахнет он мандаринками и еще чем-то, но сейчас вроде бы уже не выпускают его. Дальше от Oriflame Swedish Spa, это у нас охлаждающий мусс для душа. Вот такой вот. Не знаю, еще не пробовала его. Дальше от Oriflame из серии Nature Secrets. Это инжир и лаванда. Но запах, кстати, не очень какой-то. Видимо, лаванда это вообще не мое. Так, сейчас чуть передвинемся. Дальше от L'Etoile Dolce Milk. Молоко и шоколад. Запах вообще офигенный. Просто он такой коричневого цвета. В общем, очень сладкий запах. Следующий гель от Avon Planet Spa. Он идет с такими гранулками. Гималайские секреты. Вот. Ну, даже его не распечатывала еще. Не знаю, как пахнет. Следующий гель для душа тоже от Avon Senses. Тоже огромный объем, 500 мл. Называется он Блаженство. Аромат вообще очень классный. Вот это мой самый-самый любимый гель для душа из Avon. Он какой-то такой, не знаю... Даже как его описать. Ну, интересный у него аромат, необычный. Вроде бы как фиалка с чем-то таким вот сладеньким. Но необычное сочетание, я скажу. Дальше гель от Belle Cocktail, банан и молоко. Ну, кстати, запах у него не очень, пахнет химическим бананом. Следующий гель от Avon Naturals, цветущая сакура. Еще с прошлого лета у меня осталось. Следующий гель... от Avon Naturals, клюква и корица. Пользовалась им один раз просто из любопытства и все. Поставила его дальше на запасы. Следующий гель, это гель скраб от Nature Secrets Oriflame. Малина и мята вроде бы. Вот, тоже не пользовалась еще. И последний гель, наконец-то, это лимитка манго и маракуйя, это смузи вот такого вот очень красивого цвета, тут у меня уже и дозатор вставлен, 400 мл, вот, так что попробуем. Вот, в общем, это вот такие вот мои гели, у меня их было гораздо больше, но я их раздарила, у меня их, слава богу, поубавилось. Ну а теперь буду просто вам показывать из всей вот этой вот кучи, что у меня тут есть, потому что делить я это все не буду. Это все очень-очень
долго. Ну и давайте начнем. Стоит у меня от особой серии пенка для умывания, мятный мусс, мятый зеленый чай. Вообще особая серия мне очень нравится. Так что, надеюсь, эта пенка меня не разочарует. Следующее, это скраб от Organic Shop. Бразильский кофе, вот такой вот он. Ну, кстати, я его понюхала, кофе он не пахнет. Он пахнет, вот бельгийский шоколад есть из этой серии, запах вообще один в один. Вот, а так скраб от Organic Shop вообще я обожаю. Следующий скраб, вот такой вот, от фирмы Geo World of Spa, скраб для тела апельсиновый, для упругости кожи. Такой вот, очень приятно пахнет апельсинкой. Следующее это от Yves Rocher, лимитка тоже, но это парфюмерное молочко, ванильный лимон. Такой вот. Дальше идет маска от Planet Spa, это с солями и грязями Мертвого моря, моя самая-самая любимая маска, вообще обожаю ее запах и то, как она очищает лицо. Вот у меня, по-моему, их две в запасе, вот она одна из них. Дальше очищающее средство от Yves Rocher Pure System, гель против прыщей, он мне очень нравится, он идет с такими скрабирующими мелкими частичками, подходит мне просто идеально. И также у него очень приятный аромат. Дальше вот такое вот средство от Yves Rocher Hydra Vegetal. Это очищающий гель свежего увлажнения. Вот, я его даже еще не распаковывала. Ставлю его, наверное, на лето. Дальше. Вот, это у нас тоже Planet Spa масочка Sake Riz. Пользовалась я всего лишь один раз вот этими вот масками от Planet Spa. Я поставила их туалетный столик и использую по одной. В общем, одну использую, беру другую. В общем, неплохая маска, покрывает лицо такой белой пленкой и отдирается потом очень прикольно, и она такая как тканевая, можно сказать. Дальше вот такой вот шампунь у меня от Avon Nature, от Naturals, красный клевер и черная смородина. Запах, конечно, очень приятный, пахнет клевером. Но я ни разу не пользовалась шампунями Naturals. Вот у меня есть. Но думаю, скоро уже наконец-то до них очередь дойдет. Дальше вот такой вот крем для лица от 100 рецептов красоты. С клубничкой он у меня. Тоже пока не открывала. Дальше от Naturals, от Avon. Так, это персиковый коктейль. Сейчас сфокусирую. Вот персиковый коктейль. Тоже не пользовалась еще. Дальше от Avon Naturals. Это спрей. Базилика лимон. Да, ну тоже пока не пользовалась. Я эти спреи оставляю всегда на лето. Поэтому вот накупила их, стоят они у меня. Но вот этот пахнет именно базиликом. Необычный такой аромат у него. Дальше маска тоже Planet Spa с черной икрой, тоже пользовалась ей один раз, она с такими блестками, золотистый шиммер, тоже маска пленка, но отдирается очень хорошо и кожа после нее увлажненная. Дальше вот Planet Spa у меня крем для ног, для ступней, классный крем, был такой у меня один, сейчас вот этот еще не открывала, очень приятный аромат и ножки.
Прям ходишь такая, как ванильная булочка, благоухаешь, быстро впитывается и без пленки. Очень-очень люблю. Дальше вот такой вот крем от Yves Rocher Pure Camille. Был у меня тоже такой крем, использовала я его на шею и зону декольте. Ну, в общем, он у меня новый, я его еще даже не распечатывала, он у меня тут заклеенный. А дальше вот такой вот спрей от Sense с ароматайной, тоже на лето стоит. А дальше от Avon Footworks Scrub, было уже такое средство, очень понравилось, хорошие скрабинки. И потрясающе скрабируют ножки. Ножки после этого скраба очень-очень гладкие. А дальше от Glambox у меня вот такая вот термальная водичка в объеме 50 мл. Кстати, очень я рада, что мне попалось это средство, потому что на лето, мне кажется, вот когда ты идешь по городу, по жаре, и положишь в сумочку эту термальную водичку, в любой момент можно освежить свое лицо, побрызгать и напитать свою кожу влагой. Классно. Дальше от Planet Spa тоже... Маска с маслом Chef Африканская экзотика тоже, а ею я вообще не пользовалась. Продолжаем. От Organic Shop. Это гамаш для лица. Такой вот. Какое-то масло зеленого кофе. Но, кстати, кофе он вообще не пахнет. Пахнет именно какими-то орехами. Чем-то таким масло ореха, видимо. Но от кофе здесь даже и не пахнет. Дальше спрей малины и гибискус. Ну, на лето, понятное дело. Дальше вот Planet Spa с ягодами Годжи, гималайские секреты. Пользовалась тоже один раз всего этим молочком, так, из любопытства. У него такие гранулы, ну, кстати, впитывается отлично, и гранулы впитываются в тело. Я думала, что вот эти гранулы будут оставаться на теле, но нет. Дальше еще один гель для душа, бурбонская ваниль 100 мл. Запах очень сладкий. Ну, люблю я такие ароматы. Ну, возьму с собой в отпуск. Следующий спрей от Avon Charming Love на лето. Дальше крем для рук от Naturals. Красная роза и персик. Запах обалденный вообще. Очень классно. Жалко, что для тела нету такого же крема с таким ароматом. Запах шикарный. Дальше, вот, кстати, еще одна маска Planet Spa с сокровищами Мертвого моря. Про запас, как говорится. Дальше, вот еще одна термальная водичка от Avène, тоже из Glambox. В общем, две у меня термальные водички на лето остаются. Так, дальше, крем для рук от Yves Rocher. Так, это у нас... Рождественские фрукты, тот же самый аромат, что и в геле для душа. Очень приятный, так что тоже, скорее всего, на лето его оставлю. Следующий крем Fruit Cocktail от Oriflame. Был у меня уже такой крем, это у меня второй. Запах очень классный, и я побежала тогда в сетевой магазинчик, по-моему, прошлым летом еще, и купила еще один, потому что запах персика, апельсина вообще просто шикарный. И на лето отлично подходит, потому что он увлажняет ручки. Дальше спрей от Skin So Soft, самое желанное. Он идет с такими вот блестками, я думаю, вам будет видно. Тоже пока еще ни разу не использовала его. Дальше от особой серии гель скраб. Он пахнет лесной земляничкой, ну, в принципе, неплохая умывалка, но, конечно, скрабом его вообще не назовешь. А дальше вот такое вот молочко от Моменты Счастья. Неплохой запах, но все-таки не мое, не мой парфюм, не мой аромат, поэтому он у меня тут стоит. Дальше крем для рук от Oriflame с глицерином и вроде бы он с маслом сладкого миндаля, да, 50 мл. Ну, тоже в поездку такой маленький объемчик пригодится. Следующий крем от Oriflame Cocktail in the City. У него такой ванильный аромат, но тоже еще что-то не... Не получилось у меня им воспользоваться, потому что я про него вообще забыла. Если честно, сейчас увидала впервые, что у меня он еще стоит, оказывается. Дальше маска для лица, глубоко очищающая от зеленой аптеки. Тоже не пользовалась. Очередной спрей клубника и гуава. Это мой самый любимый спрей. Он у меня вызывает приятные воспоминания, я уже говорила. Дальше крем для ног от Oriflame.
смягчающий вроде бы как. А дальше вот такой вот шампунь с овсом Тевроше, тоже еще не пользовалась. Ну, запах, кстати, такой нормальный, как такой, можно сказать, растительный. Дальше молочко от Дав, увлажнение питания. Дальше мыло от Oriflame Swedish Spa. Он идет с такими вот массажными пупырками. И также тут есть какие-то экстракты водорослей, вроде бы как. Такое вот мылка. Дальше крем от Avon Care. Это идет гель-крем с огурцом. Еще прошлым летом покупала, и так до сих пор я им еще не пользовалась. Ужас какой-то. А дальше, ну, еще один гель. Извиняюсь, забыла его. Молоко. Такой молочный аромат. Карамельный даже слегка. А дальше от Feel Good Formulas в наборе было. У меня это вроде бы шампунь. Лаванда и лемонграсс. Вот. Ну, возьму с собой в поездку. Такие маленькие.
Вот такой вот от Organic Shop масло для тела, белый шоколад. Консистенция у него вообще такого твердого масла. Я вот им попользовалась один раз для любопытства и поставила его тоже на потом. Вообще я всегда, когда покупаю какие-нибудь продукты, обычно всегда использую их один раз, а потом ставлю их обратно. Ну, не со всеми, конечно, но те, которые мне любопытные, я обычно так использую. Дальше вот такой вот спрей от Foodworks. Мята и алоэ. Ну, мне не нравятся вот эти спреи. Вот тут он у меня еще полный. Не знаю, может быть, кому-нибудь отдам. Еще один спрей. Клюковая корица. Без комментариев уже. Крем для рук. Ой, для лица миндальный. Но я его решила приспособить для рук. Потому что для лица как-то мне не очень хочется им пользоваться. Но запах у него вообще прям реальный аромат миндаля. Вообще без никаких химических ароматов. Классный. А дальше вот такой вот наборчик. Шампунь и бальзам-ополаскиватель от Dove. Ну, я люблю Dove, так что думаю, эти продукты меня тоже не разочаруют. Так, я уже не знаю, куда мне тут это все ставить. Дальше от Organic Shop скраб. Бельгийский шоколад. Такой вот. Очень классный аромат. Просто стоит на всю ванну и прям полный релакс в душе. Так мне нравится им пользоваться. Прям вся-вся благоухаешь этим шоколадом. Дальше от Organic Shop. Это грязевая маска для лица. Такая вот. Ну, я ее даже еще не открывала. Там пленка такая. В общем, тоже на потом. Дальше шампунь от Ivroche Gamamelis. Тоже уже давно покупала его. Или в подарок он мне приходил, не помню. В общем, надо его отложить. Уже начать им пользоваться. А дальше вот от Чистой Линии также гель для умывания. Вот этот вот новенький. Цинк, мята и ромашка. И, кстати, что хочу сказать. Вот эта вот вся серия новая Чистой Линии пахнет свежим лимончиком. Вот аромат, как есть вот от Ivroche гель для умывания с ромашкой такой. Пюркальми вроде называется. Вот аромат точно такой же. Классно, в общем, тоже уже хочется скорее пользоваться вот этой вот серией. Но это, конечно, будет еще не скоро, потому что мне тут нужно определить, что у меня уже подходит, может быть, к сроку годности, и начать этим пользоваться. Дальше миниатюра такая от Ivroche, какая-то маска. Дальше от Glyscour. Экстремальный объем мусс уход взяла. Может быть, он придаст моим тонким волосам объем. Посмотрим. Дальше вот последняя Чистой Линии, это лосьон, он идет против черных точек, запах тоже очень приятный у него. Вот, попробуем. Интересно очень. Дальше вот такая вот шампунька от Garnier Fructis с грейпфрутом, запах вообще офигенный, пахнет вот прям настоящий грейпфрут, как будто бы взяли вы фрукт и только-только его разрезали. Всем советую попробовать из-за этого аромата, очень классный. Вот. Хочу еще, кстати, с мохито купить. Тоник от Ivroche Hydra Vegetal. Очень классный тоник, всем советую приобрести. Вообще, на лето, мне кажется, он подойдет просто идеально, потому что он насыщает кожу влагой, питает ее. И в жару просто незаменимое средство. Также от Organic Shop скраб для тела «Голубая глина». Приятный у него такой аромат, интересный. Так, сейчас я передвинусь. От Planet Spa это у нас крем-суфле для тела «Прованские луга». Он с такими гранулами. Да. В общем, у меня тут этих кремов для тела, я не знаю, просто мазаться, не перемазаться, наверное. От «Зеленой аптеки» бальзам-маска. Есть у меня одна такая открытая, очень нравится, помогает мне от выпадения волос. А дальше, также из Glambox, это вроде бы лак для волос. Не знаю точно, но вроде бы да. А от Feel Good Formula, тоже крем для тела с мандаринкой. Такой вот. А так, дальше. Натуральное мыло земляничное от Floresan. Такое вот, оно прям как желе или джем. Вот.
тоже еще не использовала я его. Дальше тоже роза, это вот был шампунь, это бальзам. Такая вот. Дальше от Love to Mix Organic у меня скраб для тела, поднимающий настроение с витаминными капсулами. Абрикос и черешня. Пахнет он, кстати, вишней больше, а не абрикосом и черешней. Вот. Тоже им еще я ни разу не пользовалась. Ну, кстати, вся вот эта фирма стоит вообще недорого. А дальше вот домашние рецепты. Комплекс для волос такой, 8 ампул. А дальше балет, бальзам-ополаскиватель, без него точно никуда. Очень мне нравится. Восстанавливает кончики, делает волосы мягкими и очень приятный запах мне нравится. Дальше от Footworks, это у нас бальзам для ног. Приятный аромат очень, такой морской. А дальше от Le Petit Marcellier, это у нас крем для тела, сладкий миндаль. И органовое масло. Такой вот. Дальше маска Planet Spa с оливковым маслом. Такая вот. Следующая маска Отдых в Греции. Она идет с такими тоже вроде бы водорослями. Пользовалась тоже ей один раз. Ну, такая тоже обычная маска-пленка. В принципе, тоже неплохо увлажняет лицо. А дальше от Джоанна, крем для тела такой вот с ананасиком. Очень приятный у него аромат натурального ананаса. Дальше вот 100 рецептов красоты, маска клубника и овсяная мука. Гонялась я за этой маской и купила в наборе с кремом как раз вот. Так что летом буду ее использовать. Еще один тоник от Ivrache Bitter Vegetal. Но про запас. И еще один. Вот у меня их три. Теперь, ну, может, один кому-нибудь подарю, скорее всего. Дальше вот такая вот маска от Keratin Active. От Vitex для волос. Дальше вот еще один гель для душа. Арбуз и эвкалипт. Кстати, аромат вообще прям натурального арбузика. Прям... О, классно пахнет, прям мякоть арбуза сочная. Вот, всем советую попробовать. Даже из-за одного аромата. Ну, конечно, как сам по себе гель, я не знаю, потому что я им еще не пользовалась. От домашнего доктора репейное масло с красным перцем для роста волос. Тоже полное, оно у меня ни разу не пользовалось. Я уже сейчас заговариваться, наверное, начну. А вот такое вот мыло. Тоже Feel Good Formulas. Дальше от Oriflame молоко и мед. Крем для тела. В общем, тоже ни разу не использовала еще. Тоже запечатанное стоит. Дальше купила себе вот такую вот краску от L'Oréal Sublimousse. В общем, сама по себе я брюнетка, но у меня милированные волосы, поэтому хочу теперь стать блондинкой. В общем, не знаю, что у меня из этого получится, но посмотрим. Хочется поэкспериментировать над собой. Следующая, это вот такая вот маска от Planet Spa, от Avon. Это идет восстанавливающая маска. У меня была такая маска, я пользовалась ею два раза, но потом приехала моя сестра и забрала ее у меня. И вот недавно в сетевом магазинчике Avon я купила себе ее снова. Вот, еще не открывала ее. Запах у нее очень классный, и волосы она действительно восстанавливает. Волосы очень мягкие. А дальше от Faberlic из серии Young у меня пенка щербет для лица. Тоже покупала прошлым летом, и так она у меня еще стоит. От Ivrache молочко с кокосом. У меня дозатор есть. А тоже не знаю, когда я буду использовать такое огромное количество молочка. Ну, реально, мазаться не перемазаться. Дальше от Avon у меня такой лосьон. Клубника и гуава. Тоже приятный аромат. Ну ладно, не буду открывать. Тоже еще не пользовалась. Даже не знаю, как он по консистенции будет. Дальше от Планета Органика купила себе шампунь. Вот шампунь и бальзам. Хамам какой-то. Он идет на основе органического масла грецкого ореха, мирта и бергамота. Да, такой вот.
Ну, кстати, по запаху не очень приятно. То есть можно даже сказать, что это действительно органическая косметика. И даже вот тут в составе в самом начале идут именно всякие масла и экстракты. Вот. Ну, интересно попробовать. Дальше от Oriflame Pure Nature. Это антибактериальное средство. Чайное дерево розмарин. Запах, конечно, такой убийственный. Какой-то мятой или эвкалиптом пахнет. Прямо жжет глаза. Но, наверное, будет отлично подсушивать прыщики. Далее от Avon Care. Такой вот крем с лимонграссом и огурцом с SPF 15. Тоже прошлым летом брала и так не использовала. В общем, надо себя поругать. Следующее это от Шаума масло уход для сухих поврежденных волос. Ну, я люблю такие маслица. Вот увидела и купила себе. Вот, интересно, какое оно будет. Дальше от Чистой Линии у меня вот такой вот спрей для волос в запасе, сияние цвета, как раз для милированных волос с клевером. Ну, мне нравятся Чистой Линии вот эти вот спрейчики для волос, в принципе, неплохие. Главное, чтобы волосы хорошо расчесывались. Дальше от Eveline Cosmetics, это гель для умывания, плюс скраб, плюс маска, в общем, 3 в 1. Такое средство, вроде бы тоже от прыщей, для проблемных зон. Что попробуем. Дальше молочко или лосьон от Naturals с малиной и гибискус. Такое вот. Так, сейчас я еще передвинусь. Дальше от Планета Органика. Вот такой вот гигантский просто скраб. Гавайская макадамия, органическое масло лайма. Здесь 450 мл. Такая увесистая банка. Вот такие вот частички интересные. Запах тоже у него такой натуральный. А дальше вот такая вот гелевая маска от Faberlic. Лесная земляника. Тоже не знаю еще, как она. Дальше шампунь от Love to Mix Organic с эффектом ламинирования манго и авокадо. Такой вот шампунчик. Дальше бархатные ручки. Роскошь макадамии с маслом ореха. С маслом ореха макадамии, точнее. Такой крем тоже еще не использовала. Дальше пенка вот зеленой аптеки, тоже у меня полная. Стоит в ванне она у меня, и все никак у меня руки не дойдут до нее. Дальше, ну, тут такое мыло в виде шоколадки. От Oriflame из серии Essentials, это гель под глазки для век, 15 мл. Так. Дальше, ну, тут у меня вот эти вот всякие маски, а тут этой вот фирмы с девушки с фруктами. Вот, у них тут очень много. Дальше от Avon Naturals такая вот маска, или это бальзам-ополаскиватель, да, ромашка и алоэ. Тоже очень приятный аромат. Дальше от Yves Rocher, ну, это вот бальзам с овцом к шампуню как раз. Следующее это Organic Shop скраб для лица с сакурой. Тоже он у меня еще запечатанный. Далее это шампунь вот от Glescour, тоже с объемом. Как раз к тому муссу, который я себе купила. Следующее это тоже скраб от Organic Shop. Ой, это точнее пилинг для тела. Сочная папайя. Аромат вообще просто волшебный. Такой сладкий аромат вот этого вот экзотического фрукта папайи. Вообще очень классный. Прям уже не терпится полезть в ванну с этим пилингом. Дальше от Avon Naturals. Вот такая вот масочка Shea Asai. Очень люблю вот эти маски. Они очень приятно пахнут. Волосы после них мягкие, не пушатся. И долгое время остается вот этот вот аромат. И осталось два продукта. Первое это от Planet Spa солями и грязями Мертвого моря. Это крем для тела в такой банке. Тоже еще ни разу не использовала его. И последнее, ура! Это вот такой вот тоник от Буржуа. Витаминный тоник. Запах тоже у него приятный. Ну, тоже уже скоро начну пользоваться тониками. Ох,
Девчонки, в общем, это все, что я вам рассказала. Там у меня гели стоят. И вот вся моя уходовая косметика, которой я еще не пользуюсь, но которой в скором времени начну уже пользоваться. Итак, на этом все. Надеюсь, я выполнила ваш запрос. И вам понравилось это видео. Еще раз, не считайте меня сумасшедшей. Просто уходовую косметику я действительно очень-очень сильно люблю. Ну и на этом все. Всем большое спасибо за внимание и всем пока!